Приветствую вас на канале AsmodeePlay. Мы играем Человек-паук, Спайдермен. Давайте идем к основному заданию у нас. Посмотрим, что ты нам приготовил на этот раз. Иху! Поможем? Если остановлю преступников, Соболь будет в меня стрелять. А если остановлю Соболь преступников... Вижу водохранилище, а Скорпиона не вижу. Давай, останавливаю. Да, тихо вы. Да, подожди. За что вы меня так не любите? Ну вот так было вот. Было весело, народ, но хорошего помаленьку. Помог. Будь я наемником в костюме Скорпиона, где бы я был? Сзади. Позади тебя! Давай. Яд. Я бы сразу тебя прикончил, но мне платит Октавиус, и он хочет тебя помучить. И я не против. Черт! Что он мне вколол? Так, двоих я поймал уже. Сейчас. Ага, галлюциноген же. О, это... Это что? Море яда? Нет, это не по-настоящему. Это действие яда. Но рисковать нельзя. Надо забраться повыше и разобраться, чем он меня отравил. Давай, давай, попробуем. Вот сюда мне. Давай, давай, не вдыхай пары. Так, тут вроде безопасно. Надо исследовать нейротоксин и создать противоядие. Ну давай, смотрим. Скорпион расширил ассортимент. Раз. Нет, нет, нет. Так. Какой, какой, какой. Ой, я даже боюсь представить. Так, если это вот так. Это вот так. Да ни хрена не так. Вот так. Что остается-то у нас здесь? Ну все, составил. Галлюциногенный нейротоксин. Мозг создает. Я же говорю, как. А тело думает, что это взаправду. Как пугало делал в Бэтмене. Надо быстро сделать противоядие. Начнем с натурального стероида. К примеру, подойдет экстракт белой эклипты. Тут рядом оранжерея университета. Там есть эклипта. Давай. Блин. Вот хреново, что он меня проткнул этим своим жалом. Блин, вот сейчас с этим ядом мучаюсь. Ненавижу. Не терплю наркотики. Вот оранжерея. Теплица. Должна быть эклипта белая. Давай, давай, давай. Пожуй, пожуй. Или в голове. Может и так, и эдак. Док? Не получается, да? Галюны прут и прут. Интонация становится сильнее. Но ты справишься. Док? Вы как-то... Как у меня было до подключения к нейроинтерфейсу. Я всегда был одержим. Интерфейс лишь позволил мне эту одержимость реализовать. Я разберусь. Помогу. Как-нибудь. Ой, Питер. Вечно ты берешь ответственность на себя, даже если надежды нет.
Знаешь, твой неистребимый оптимизм много раз заставлял меня продолжать работу, несмотря ни на что. Я буду скучать по нашей совместности. Блин, ну давай. Простите, док. Мне так жаль. За что я хватаюсь? Да, не понимаю. Да, ты сожалеешь. Вот и белая эклипта. Берем. Поможет мне на какое-то время. Но для антидота мне нужен антитоксин. Так. На одной из станций в Гарри делали синтетический атропин. Мне надо скорее туда. Блин. А я телепортироваться-то не могу. А, не работает быстрое перемещение. Ну-ка, подожди, надо убрать эту метку-то. И вперед. Вот, кстати, паутина, да, вот сколько это паутины в городе. Она же как-то вроде как разлагается со временем. Гигантские скорпионьи хвосты. Прекрасно. Спасибо, мозг. Спасибо, мозг. Скорпион? Как ты узнал мой номер? Вечно ты задаешь мне те вопросы. Никак я тебе звоню. А звоню ли я тебе? Возможно, лишь блеск твоего умирающего мозга. Когда выведу из себя этот яд, ты у меня получишь, мозг. Блин. Букашка разошлась не на шутку. Удачи в погоне за розовыми планами. Получилось. Давай. Че, опять не слава богу? Да ё-моё. Атропина нет. Куда попал опять на этот опять. Раз? Опять за доком. Ты опоздал, как и в случае со мной. Вы не такой, док! О нет, это и есть я. Тот я, которого общество сочло неудобным. Та часть меня, которая... Что-то не понял, это чего такое-то? Почему ты не схватился ни за что? Ты опоздал, как и в случае... Блин, что-то не понимаю. Ладно, ладно, сейчас подожди. Почему ты не цепляешься? Как и в случае со мной. Вы не такой, док! О нет, это и есть я. Тот я, которого общество сочло неудобным. Та часть меня, которую я подавлял. Но ты помог мне избавиться. А что ты не схватился-то нигде? Я что-то не догоняю. Почему ты не хватаешься? Не убегайте от меня! Дайте мне шанс! Мне от тебя ничего не нужно! Ты неудачник в жизни, в любви, в работе. Ты несешь только боль! Да, господи, мне еще эти руки не хватало. Стойте! Я не отступлюсь! Поговорите со мной! Я могу помочь! Давай, давай. Поговорите со мной, как с остальными. Запереть в клетке? Лишить меня воздуха? Да. Нет. Мой гений будет сиять на свободе. Я видел, Питер. Вот он. Атропин. Берем. Ну я же взял, взял. Успел. Атропин у меня есть. Теперь надо изготовить антидот. Нужно вернуться в лабораторию. Ты все еще с нами? И почти исцелен. Простите, что сорвал вам план. Не волнуйся, лучшая башка. Это множество сюрпризов. Мы очень скоро увидимся вновь. Обязательно. Ой-ой-ой. Кстати, почему док вот прямо для всех, прямо для всех приготовил? Кроме Человека-паука. Почему? Ведь я славный парень.
И для меня надо в первую очередь готовить. Ой-ой-ой-ой-ой. Добрался. Чудом. Но время на исходе. Давай, давай. Надо смешать антидот. Кувыркался, прыгал, ничего, он, у тебя кровь, он как разжижилась там с ядом. Наконец. По всему организму. Ну конечно, конечно, из последних сил. И он? Ты хоть настоящий? Ну, сейчас узнаешь. Так. Вот мой момент. Опять галлюцинация. Хорошо, хоть на сей раз довольно хилая. Так, ну получил, по крайней мере, он от меня скорпиончик. Хопа. Это чего? Все не так просто. Да куда проще? Ты просто яд, который хочет меня отвлечь. Ну давай! Пытаться бить его нет смысла. Почему? Один есть. И неудачник, ты всегда только им и будешь. Он меня провоцирует. Да. На. Без тебя всем вокруг жилось бы лучше, и ты это знаешь. Мне нужно сосредоточиться на деле. Да подожди. Давай. Готов. Еще один. Что ты мне делаешь? Ты несешь всем одни страдания. На. Вот. Еще немного. Вау! На месте твоего дяди я бы тоже хотел, чтобы меня пристрелили! Внутренний голос совсем распоясался. Еще один есть. Где ты? Где ты? Вижу. Остался. Ты не замечал, что без тебя Маритейн справляется куда лучше? Подумай об этом. Знаете, я бы лучше подрался с настоящим. На. А что, хоть настоящий, хоть нет? Я еле стою на ногах. Мозг-то мой. А это оборудование. Так. Ох, как все приземлилось. Нет. Время на исходе. Я уверен, вроде сработало. А где мой костюм? Я слегка переборщил с обеззараживанием. Ой, да ни хрена у меня мускулатура-то. Другое дело. Сделаем вид, что ничего этого не было. Ничего у меня мускулов-то. Мама, не говорю, я... Так, а эту я всю прошел, да? Ой. Да, эту я всю прошел. И еще где-то вот здесь вот. Октавиус. Доступно. Ну я даже не знаю, стоит. Работал над нейронным интерфейсом. Надо ли оно мне? А что мне надо тут 6 вывести, да? Ну даже не знаю. Так. Так. Это сюда.
Так. Ага. А вот это неправильно. А вот так вот надо. Ой, да и давайте выйдем. Ой. Ну. У меня уже все есть, все прокачано. Поэтому не будем себе мозг засорять. Я уже все получил, что хотел. Навыки у меня все прокачаны. Костюм, что надо, я прокачал. Фух, в голове туман. Надо развеяться, чтобы остаток яда выветрился из организма перед следующей дракой. Прошвырнусь по городу. Ну, очко навыков у меня есть, а навыков... Навыки у меня все прокачано уже, все. А где у меня там мега прыжок-то? Усиленный прыжок. Так, левый shift плюс пробел. Вот так вот. Ну ладно. Так, а что, скорпионы не победили, у нас основных заданий нету. Ладно. Ой-ой-ой. За что же мне такое счастье-то? Меньше с приветом, Джей. Можно задать тебе один непростой этический вопрос? Имеем ли мы право отказываться от друзей? О, Вид, ты про Отто? Что, так очевидно? Да, я тебя понимаю. Знаешь, возвышенная часть меня хочет сказать «нет». Настоящий друг всегда должен быть рядом, даже когда люди заблуждаются. Но то, что сделал Отто... Да. Даже не знаю, Пит. Думаю, тебе нужно решить, есть ли еще тот Отто Октавиус, которого ты знал. Да и был ли когда-нибудь вообще? Да, наверное. О, спасибо, полиция! Мне. Думаю, мне надо все обдумать. Слава богу, что вы-то хоть за меня. Поговорим. Ну что ж, давайте пока подождем, когда будет основное задание у нас. Давай. Но зачем себя обманывать? Опять? Не, ну правильно, подожди. Остальные проблемы вы уже решили. Блин. Бамк. Там, подождите, преступление совершается. На. Вот, прилипни. Хищение в крупных размерах – норма для рынка продуктов. Зернохранилище? Ты что, что-то курил? Богом, человек... Эй, ты забыл свой тычок в зубы! Блин. Давай. Так. Ты мне все испортил. Нужно заняться скорпионом, но я еще не видел Цицумэй после пожара. Пожалуй, забегу в пир. Появилось основное задание. Давайте. Пройдем. Куда? В пир надо зайти? Зайдем. Вот как хорошо, что я все эти сделал. Теперь могу быстро передвигаться хоть по городу. Давай, еще разок. Опа. Вау. Да подожди. Какой ты, блин, шустрый. Дерзкий, как понос резкий, блин. Я даже не знаю, как тебя еще описать. Доложите обстановку в японском квартале. Мы задержали участников незаконно.
Ты можешь приземлиться просто. Вот так, теперь я простой Питер Паркер. И здесь, пока Майлз не вернется, лучшее, что мы можем... Так, а она же и заболела, кстати. О, Питер, как я рада тебя видеть. Ты как? Здоров? У меня все хорошо, а как ты, Мэй? Очень занята. О, позволь мне... О, ничего себе. А где кровь-то? Мэй, помнишь, ты сказала, нужно смириться, что я человек, такой же, как все? Ты, Бен... Вы мастера обращать мои слова против меня самой. Все хорошо, Питер. Я просто немного устала. А где Майлз? Не помогает? Он помогает. Он пошел забрать медикаменты из центра помощи. Удивительно, как быстро у нас заканчиваются антибиотики. Ясно. Постарайся отдохнуть. Я организую разгрузку и встречу с Майлзом, хорошо? Хорошо. Придется смириться с тем, что и у меня есть слабости. Правильно, смирись. Не вешай на себя все. Ну уже, Майлз, ответь. Не заставляй волноваться о тебе и Мэй. А Майлз в это время что-то ворует, по ходу дела. Тише, тише. Вот тебе и легкое дело. И вот это все сделала кучка зэков. Ну вот. Похоже, что здесь прошел бульдозер со взрывчаткой. Требовалось доказать. Назад нельзя. Пиру нужны антибиотики. Видел, как здоровяк ему врезал? Слышал звук? Раздавил, как жука. Шмяк. И все потому, что он пошутил. Что это? Нужно отвлечь его. Может, софт для взлома? Эй! Ну, вперед. Тут все скрипки. Давай, бегом, бегом. Я мог бы перепрыгнуть через стену. Успел. Медицинский контейнер в палатке. Это будет легко. Пока меня никто не видит. Ну, хоть на нашей стороне. Вы двое, Марля, давайте сюда. Йод. Но никаких антибиотиков. Ищу дальше. Хорошо, что господи. Ладно, ладно. Красный, но платит отлично. Тишина. Успел. Это можно закончить. Просто выдай. Лекарство есть там. Надо пройти мимо этих типов. У меня нет этой имени. Там что-то есть. То, что делает Бенсон, это мерзко. Отвратительно. Почему суперпарни уничтожают эти центры помощи? Ой-ой-ой. За Осборн. Хотят показать, что он слаб, что не может защитить город. Блин, поймал. Ладно. Он и так-то шел-шел, никого не трогал. Стоп. Надо пройти мимо этих типов. Это можно закончить. Просто выдай нам точки и расписание ваших рейсов. Толстый кого-то бьет. То, что делает Бенсон, это мерзко. Ничего. Отвратительно. Дай информацию, и он прекратит. У меня нет прав. Ох, дружище, Бенсону нужно совсем другое. Твоя жестянка! Почему суперпарни уничтожают эти центры помощи? Да все из-за Осборна. Хотят показать, что он слаб, что не может защитить город. Но я бы не проще точно. Пока мы берем все, что находим и хотим взять, Боже. Мне надо. Ну да. На черном рынке за это дадут целое состояние. Давай копать дальше. Давай. И Соболя выдали координаты склада? Ну да. Теперь здоровяк в одиночку крушит станции. Он просто... Еще давай. Бомба. Это все его русская кровь, чувак. Делает безумие. Это обидно. У меня бабка русская. Бабка? Разве это не значит, еще одна палатка ты... с припасами. Скрещу пара пакетов первой помощи. Но антибиотики. Где же они? Лучше избегать снайпера. Тебя не обман. Так, надо. Блин, тут стекло набито. Давай, давай, давай. Как вы вообще меня не видите? Медикаменты. Ну давай, ящик, ну уже. Взял. А, амоксициллин. Прекрасно.
что очень большой человек. Носорог. Рок-рок. Нашел взрывающийся бульдозер. Маршруты и расписание. Живо! Я сказал... У него костюм похож, кстати, этот. Как он? Простите. В кризис. Кризис. Такой же костюм. На костюм похож. Он не владеет тонким искусством убеждения. О! Зря я это увидел. Что это? Проверь. Живо. Он меня не видел. Надо выбираться отсюда. Он тебя слышал. Кто здесь? Выходи! У меня нет времени на игры. Тоннель. Может, я... Теперь мы играем со светом. Я поиграю с твоей рожей. Выходи. Я обещаю, что не раздавлю тебя. Так, как бы... Да мне сыкотно. Сваливай давай. Нужно как-то пройти мимо него. Ты меня слышишь? А с чего ты взял вообще, что там кто-то есть? Один какой-то шкафчик упал, и все, и началось у тебя. Выходи же! Немедленно! Тихо, тихо, тихо. Отвернись. Это не нужно. Будь так любезен. Еще немного. Вот и все. Блин, ты меня растоптал. Ни хрена себе своими ботфортами. Тихо. Немного. Выходи же. Немедленно. Давай, давай. Это не нужно. Постараюсь успеть. А как постараюсь? Мне в любом надо успеть. О, ужас. Повезло. Нужно валить отсюда. Наверняка выход уже близко. Играть. Блин, почему ты топаешься там, где я? Ты! Ой, ой-ой-ой-ой! Ой, черт! Надо выбираться отсюда! С чего ты взял, что вообще здесь кто-то есть? Вот. Не прячься! Может, там не будет безопасности? Воу! Вот! Я вижу! А я в сторону прыгнуть не могу, разве? Ладно. Продолжаем. На. А вот он как-то ранит. Надо, чтобы он отошел оттуда. Вперед, вперед, вперед! Ни хрена ты там разнес все. Да нету никого. Тебе все это казалось. В поле. Ненавижу искать ветер в поле. Блин, парень, я за тебя переживал больше, чем за кого-либо. Ни хрена. Из-за одной баночки.
Надо сообщить Мэй, что я нашел. Отстань от меня! Отдавай бумажник! Помогите! Отцепись от него! Так, ну я-то не Человек-паук. Это ты зря, паренек. Да быть не может. Нельзя же вот так толкать людей. Что? Вот так? Ладно. Смелый малыш. Напрячь ноги. Ну давай. Что он несет? Через секунду он уже ничего не скажет. Вот так. Молодец. Воу. Хочешь попробовать? Не, я в порядке. Ну все, иди. Так, и мне тоже надо валить. Хочешь попробовать? Надо поработать над фразами для драки. Майлз, эй, я пытался дозвониться. Живой? Слушай, только не злись, но мне нужно кое о чем тебе рассказать. Давай, вот пойдем к носорогу. Расскажешь. Надо двоих сразу гасить будет так же. Ты молодчина, Майлз. Оставайся в пире. Если преступники впадут в отчаяние, они могут напасть на приют. Я и сам подумал. Если здесь что-то еще произойдет, я дам тебе знать. Супер. Спасибо, Майлз. Юрий, я понял. Носорог на... Так. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Юрий, я понял, носорог напал. На что напал-то? Юрий, я понял. Носорог нападает на центр помощи Аскорб. Думаю, я знаю его следующую цель. Сообщают о каких-то масштабных разрушениях в Гарлемском центре. Похоже, это он. Направляюсь туда. Ты в порядке? Устал, но еще держусь. О, вот это тоже бы стоило бы разгромить. Но не буду. Давай. Агенты в Манхэттенвилле. Нужен отчет об обстановке. 10-4, ПТР Сиера. Приступаем к патрулиру. Привет, Мжей. У тебя все хорошо? Да, я просматриваю. Хопа. Носорога-то как побеждать? Почему он вообще такой громадный? Найди врага себе подстать, носорог! Нет врагов мне подстать, паук. А нельзя все решить разговором. Носорог, почему ты в команде? Я думал, ты одиночка. Цели и средства, паук. А жизнь — это цели и средства. А, вот сюда его надо. И какая цель у этих конкретных средств? Свобода. Давай. Настоящая. Конец костюму! Бей его! Конец носорогу! Подожди! А мне костюм нравится! Такой заметный! Подожди! Радуйся, паук! Без костюма я буду тебе не так опасен! Ага. Подожди. А как же наши увлекательные беседы? Малыш, ты смешной. Мне почти жаль, что нужно разбить тебе башку. На. Нет, не получилось. На. Так, носорог, давай закончим. Вау, вот я тебе говорю, сразу с двумя надо. Сметанный малыш не справится со взрослым делом. А я справлюсь.
Ты прелесть, Скорб, но лезть в чужую драку грубо. А что бы ты делал, если бы я не пришел? Умолял его сдаться? Давай. Именно это я бы и сделал. О, вы прям как пожилые супруги. Вау. Неплохо досталось-то так, а куда мне еще носорога можно притащить? Подожди. Опа. Мы с Октавиусом как? Уже выбрали название? Жуткая шестерка? Грязная шестерка? Шестерка, которая убила Человека-паука и сделала из него одеяло. Гардиан, заткнись, не позорься! Подождите! Да блин! Нужно прижать Скорпиона! С помощью гаджета? Вот твое нытье! На! Бей его, идиот! Блин! Подваливаем сюда куда-нибудь! Не надо! Меня на всех хватит! Так, от него-то уходим. Берись, Гарган! На! Бей! Хотя бы одного вывести из строя уже лучше будет. Носорог избавится от костюма. А что Октавиус обещал тебе, Скорб? Деньги. У Гаргана нет принципов. Он воюет за деньги. Нет, правда. Паука я порву бесплатно. Деньги просто бонят. Да. Тупица. У меня на пути. Да, блин, чё вы встали-то? Чё ему это сделает? Гарган, если мы проиграем, ты узнаешь, какой урон я наношу в костюме. Попробуй, вышли. Может, я сам вытащу тебя из костюма? Кажется, я здесь не нужен. Подожди. Может, вы сами между собой разберетесь? Он уже дымится. Вытащи меня отсюда! Будь мужиком, сам полезай. Блин. На. Подожди, надо куда-то тебя опять заманить. А вот сюда я заманю. Да подождите вы. Дайте я смоюсь от вас подальше. На! Алексей! Получи! Алексей! Блин! На! Получи! Ой. Как ты этого не заметил? На. Опа. Вырубил носорога. Ну давай поохотимся за тобой, Скорпиоша. Скорпион в отключке. Это мой шанс. Давай. И... Ну обоих же подрубил, знаешь, чё вы? Что сделает Октавиус, если узнает о твоём провале? Моём провале? Да, твоём, урод!
Не убежит. Поймал. Проведенное вместе поможет вам поладить. Ну что, что ты еще двоих поймал? Так, Юрий, четверо готовы. Остались Октавиус и Ли. Кажется, с ними будет тяжело. Но они лишь половина проблемы. Дыхание дьявола распространяется, а про сыворотку Аскорб молчит. Боюсь, что они хотят на ней навариться. От любимого мэра другого и не ждешь. Дыханием дьявола займется самое лучшее. Эй, Пит, я проверила все базы данных. Если лаборатория дыхания дьявола и существует, то нелегально. Только еще в одном месте можно посмотреть, в личных файлах Нормана. Его рабочий компьютер уже проверен. Может, нужно посмотреть в пентхаусе? В здании куча соболей. Если они заметят меня, в перестрелке могут пострадать жильцы. Знаю, но я могу проникнуть туда незаметно. Войти, узнать, где лаборатория, и выйти. Если что-то пойдет не так, я позову тебя на помощь. Ладно. Риск большой, но эта информация нам нужна. Дождись меня, а потом начинай. Буду готова. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте ваши комментарии. И увидимся в следующем видео. Пока.